Я рад приветствовать каждого, кто присоединился к нам в это утро. И я хочу сказать, что Бог жив. Он в действительности жив. Рад приветствовать наших братьев и сестер на другом конце нашего города, в другом кампусе. Рад тому, что ты можешь уделить это время и вместе со мной видеть, слышать то, что Господь приготовил сегодня для нас. Тема моей сегодняшней проповеди называется следующим образом: «Разговоры без фильтра». Абсолютно не фильтруя, идут разговоры между людьми. Вы знаете, мы не всегда догадываемся, что существуют такие источники благословения, которые на первый взгляд нам абсолютно не кажутся таковыми. Один из таких источников – это способность давать людям от Господа, благочестивым, праведным людям, говорить прямо к твоему сердцу и прямо в твою жизнь. Мой вопрос каждому из вас: есть ли в вашей жизни такие люди, которым вы позволили, чтобы они приблизились близко к вам и дали им это право быть определенным голосом в вашей жизни, которые могут говорить вам то, что они думают, говорить прямо, даже те неудобные моменты и вещи, которые есть у них. Хочу сказать, что наша природа так устроена, что мы интуитивно пытаемся закрыть свое сердце от таковых людей. Потому что нам нравится, когда нам льстят. Нам нравится, когда нам говорят хорошие какие-то моменты о нас. И нам совсем неприятен момент, когда кто-то говорит нам прямо то, что нам не хотелось бы слышать. Люди не всегда и чаще всего не хотят быть подотчетными, прозрачными и открытыми. Я хочу вместе с вами сегодня посмотреть Священное Писание и увидеть несколько примеров того, что происходит, когда человек удаляет от себя тех людей, которых Бог привел и поставил в их жизнь. Давайте откроем первую книгу Царств, 20 глава, 25 стих. Написано: «Царь сел на своем месте по обычаю», речь идет о царе Сауле, «на седалище у стены. И Иоаннафан встал, и Авенир сел подле Саула. Место же Давида оставалось праздным». Речь идет о том, что в царском доме было специальное место, и был специальный стол, за которым сидели особенные люди. Было седалище, на котором сидел царь. Ему подавали покушать, подавали также и тем, кто сидел возле него. Царь мог избрать, кто будет сидеть и на каком месте. И по обычаю своему царь пришел и сел на свое место. У стены, на седалище. А Иоаннафан, его сын, которого он хотел, готовил, чтобы он был следующим царем, а Иоаннафан встал. И в подлиннике вы можете увидеть, что он как бы дистанцировался. Сел отец, а сын отошел как-то в сторону от отца. А рядышком сел другой человек, его имя Авенир, возле Саула написано. А место, на котором сидел Давид, оставалось пустым. Библия говорит о том, что что-то произошло, что-то пошло не так, как должно было быть. Вот за этим столом, за которым сидели раньше люди, которые вообще открыто могли говорить, сердце свое могли изливать, могли царю задать вопрос, несмотря на его позицию, власть, могущество, авторитет. Они могли обсудить что-то. Почему-то за этим столом не оказалось людей, тех, которые должны были быть. Место Давида было пустым. И я хочу на эту тему немного поговорить. Прежде всего хочу сказать, друзья, давайте посмотрим вообще на самого Саула и на всю ту историю, что произошло с ним, а потом вернемся к тому место пустое. Прежде хочу спросить, у тебя есть в твоей жизни круг людей, которых ты подпускаешь близко к себе? Есть ли люди, которым ты позволил, чтобы они говорили тебе, говорили в твою жизнь, говорили в твою судьбу?
Если люди, чей голос ты прислушиваешься, это в твоей власти, в твоем владении, так сказать, этот момент, ты можешь вообще-то даже выключить всех, ты можешь сказать мне, никто не имеет права говорить со мной так. Ты можешь даже подумать о том, что вообще ты настолько уникален, что абсолютно все должны прислушиваться тебя. И все, что ты говоришь, имеет власть чуть ли не как, так сказал, Бог. И так незаметно ты становишься диктатором. Почему-то жена, когда ты приходишь домой, подобно Иоаннафану, она куда-то удаляется от тебя. Вместо того, чтобы бежать и говорить, муж мой пришел, ей не хочется встречаться с тобой. И ты говоришь, а что, иди сюда. Ты можешь что угодно придумать. Ты можешь как угодно вести себя. Есть Библия, есть Священное Писание, и есть примеры, у которых мы можем чему-то научиться. Давайте вернемся к Саулу. Вообще, Саул обычный человек. Обычный человек. Ослицы пропали у него, и он пошел искать их со своим слугой. И так незаметно он дошел очень далеко и пришел к тому городу, где жил пророк Самуил. Самуил вроде тоже обычный человек был. Только с детских лет мама, которая была молитвенницей, которая молилась, и колени ее постоянно были склоненные, и молилась за своего дитя, которого еще и не было у нее. Когда она забеременела, получила ответ от Бога, она сказала, Господи, я отдам тебе плод мой. Вот сын, который родится, я отдам его тебе. Благочестивая, святая женщина, жертвенная. Посвященная, она мальчишка еще привела его в храм и оставила его в храме и ушла домой. И муж ничего не упрекнул ее. Она отдала его Господу прямо с детских лет. Мамы, если вы молитесь за ваших детей, если вы отдаете Богу их, не всегда это так, как вы хотели бы. Иногда страх приходит, а как я буду доживать свои годы, а где мой ребенок? Но если он в Доме Божьем, если он служит Господу, не волнуйся, не переживай, Бог не оставит тебя. Когда ты отдаешь Богу, Бог даст намного больше тебе и благословит тебя. Он позаботится, может, не так, как ты думаешь, но он Бог. Давид сказал, я был молод и состарился, но никогда не видел человека, праведника, просящим хлеба, и детей его оставленных. Слышите, и детей его, это обетование Божие, Бог благословляет отцов и благословляет детей, когда отцы и матери стоят пред Богом и отдают, и жертвуют своих детей Господу на служение. Друзья, и вот Саул, Дух Божий был за всем этим, за всеми этими овцами, потерями, там, пропажами и так далее. И когда Саул со слугой приходит в тот дом, в тот город, где был пророк Самуил. А Самуил это вот этот мальчишка, который вырос при храме, и он посвятил себя Богу. Все, что он видел служение Богу. Он слышал Бога, он стал величайшим пророком в истории. К Самуилу применено то слово, что ни одно слово, которое вышло из его уст, не было неисполненным. Он передавал Слово Божие в точности, безошибочно, без погрешностей человеческих, без каких-то добавок человеческих. Он был пророком Божьим, как трубою Божьей для народа, для нации. И он возвещал Слово Божие. И Бог сказал Самуилу, вот я приведу тебе человека, его помажь на царя. И приходит Саул, чтобы попросить или спросить у пророка, куда делись ослицы, ты же пророк Божий, может, ты скажешь мне. А за этим всем стоит Божий план. И в тот день была принесена жертва особенная Богу. И в тот день Саул вылил елей на голову, или Самуил вылил на голову Саула елей. И в тот день он сказал, что тебя Господь избрал и помазал, чтобы ты был царем. И в тот день, возвращаясь или на следующий день возвращаясь обратно, потому что Самуил сказал, об ослицах не заботься, они нашлись уже. Тут не ослицы главное, тут перемена жизни твоей, помазание и избрание твое. В тот день, возвращаясь обратно, он возвращался
как царь, первый царь в Израиле. Были люди, которые противились ему. Были люди, которые говорили, Саулу ли быть в царях? Кто такой Саул вообще? Посмотрите на него. Кто он? В нем нету должного образования. Вообще, с какого он колена? Там все по коленам определялось. О, Сеудина, самый наименьший в Израиле. Кого мы будем слушать? А Саул в глубоком смирении как бы не слышал, игнорировал всю эту критику несправедливую. И сердце было мягкое. И вот первое задание, которое дает ему Бог через Самуила, простое. Не приноси жертву без меня, говорит Самуил. Подожди, я приду, и мы вместе поклонимся Богу. И ситуация накаляется, народ здесь стоит, и Саул решает, да я принесу жертву без него. Это не так просто, потому что люди вокруг мнения давят, да где этот Самуил, да когда? 7 дней стояли, 7 дней. Самуил, ты чего, ты придешь? А может мы 7 недель будем стоять? Да у нас семьи, да у нас там, да у нас свои дела. Чего мы тебя ждем, Самуил? А Бог просто проверял сердце Саула. И только они начали богослужение. Вот идет старец этот Самуил. Приходит, говорит, что ты сделал? Почему ты не послушал? Господь смотрел на сердце твое. Смирение. Тебе надо было просто послушать. И говорит сильные слова. О-о, Бог тебя сдвинет, если ты будешь непослушным. Здесь внимание, друзья, Бог смотрит на наше сердце. Бог избирает людей, но если мы не верны в малом, Он никогда не доверит нам большее. Он смотрит на наши отношения. Через одну главу, вторая попытка. Саул, может, сейчас ты будешь послушным? И мы читаем о том, что он получает новое задание от Господа. Был народ, который были разбойники, которые были рэкетиры, которые грабили, бомбили, которые просто налетали на жен, на детей, которые просто были безжалостные. И в истории этот народ просто отождествлялся с бандитами. В Библии сказано, что их называли амаликитяне. У Бога свои счета, и Бог говорит, пойди и разберись с этим народом. Пойди, я буду с тобою. Ничего не возьми от них, ничего не возьми. Это не чисто все. Ничего. Другими словами, Бог говорит, я твой источник. Зависть от меня. Пусть глаза твои то, что видят, не прельстятся. Пусть ты не будешь, о, я хочу то, я хочу то. Просто выполни то, что я поручаю тебе. Второй раз Бог поручает. И мы читаем о том, что Саул был успешный в том походе. Он все сделал, захватил. Только там такие овцы были красивые, хорошие. Такие упитанные, такие вкусненькие просто. Там такие были просто вещи хорошие. Ну зачем их уничтожать вообще? И там, а потом сам царь, ну я царь, Саул, может быть, так думал, и он царь. Ну, то есть царя-то иметь у себя в плену, это же интересно. То есть он взял царя, не убил его, не выполнил. Взял овец там разных, таких лучших, откормленных, так принес себе. И все оставил. Идет пророк. И когда идет пророк, он говорит, Самуил, я все сделал, я все выполнил. Я послушал голос Господа, пошел в этот путь, куда послал меня Господь. 20 стих 1 книги Царств 15 главы. Здесь написано, и привел Агага царя Амаликитского, и Амалика истребил. Народ же, то есть не я, тут я как бы не виновен. Народ же из овец и волов взял лучшее из заклятого. Для приношения, для жертвоприношения Господу Богу твоему в Галгале. Ах, как коварно. Чувствуете, нет? Как речь поставлена. Не я, народ это сделал. То есть я не виновен. Я вообще тут... Помните, как Адам это сделал? Адам говорит, Господи, жена, которую ты дал мне, она дала мне, и я ел. То есть, ну да, я съел. Но вообще-то жена, вообще-то ты ее мне дал. Поэтому разберись сначала с этой, как бы вот с этой частью.
Это наша греховная природа. И написано так и здесь. Он говорит, народ же, и отвечал Самуил, неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу? Вот здесь внимание, как послушание голосу Господа. Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. Еще одна мысль здесь. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство и противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Хочется закричать, Саул, что ты делаешь? Ты проваливаешь второй экзамен, второй тест. Ведь ты был избран и помазан на царство, когда ты был никем. И выше он говорит, не малым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевы? Господь помазал тебя царем над Израилем. Господь послал тебя. Господь поручил тебе. Господь сказал тебе, что случилось за эти годы с тобой. Власть так сильно изменила тебя. Саул, неужели ты не можешь просто в послушании выполнить то, что попросил у тебя Господь? Но возгордилось его сердце. Высокомерным стал он. Если вы будете читать дальше эту главу, то вы увидите, что после этого, когда Самуил сказал эти слова и сказал, что Господь заберет у тебя царство и передаст другому, лучшему тебя, Саул испугался, и Саул ухватился за одежды Самуила и разодрал их. И после этого, это был последний момент, Самуил ничего не ответил, не сказал, и он повернулся и ушел. И после этого голос Самуила больше не звучал в жизни Саула. И хочу, чтобы вы обратили на это внимание. Если в твоей жизни звучит голос Божий, то ты будешь в безопасности. Он сбережет тебя, Он сохранит тебя, Он сохранит семью твою. Он укажет тебе на то, что не так. Он обличит тебя. Помните, Давид однажды говорит, пусть обличает меня праведник. Это благо для души моей. Но если в твоей жизни ты выключил голос Божий, ты ушел от Него своим непослушанием, своеволием, гордостью. Ты не захотел, чтобы кто-то говорил к тебе в твоем кругу. Больше нет людей, которые могли бы говорить тебе правду, истину, так как есть, то начнет звучать другой голос. Голос плоти твоей, голос бесов, голос демонов, дьявола, желаний, гордости, своеволия и непослушания, и зла. У всех людей, кого я встречал за все мои годы жизни, которые выключали голос Божий, которые не слушали пасторов, которые не обращали на то, что Бог делает в их жизни, внимания серьезного, которые хотели делать так, как они хотели делать, хотя Господь посылал разных людей в их жизни. У всех этих людей одна характеристика. Они раздраженные, они во гневе живут часто. Они часто находят себя во зле. Злой дух приходит и мучает их. Я хочу о Сауле сказать, как он закончил. Он пришел к волшебнице. У него была очень сложная ситуация. Он не знал, что делать. Он пришел, хотя перед этим подписал закон, чтобы всех волшебников, гадателей выгнать из страны. Но какая-то женщина, она спряталась. Он нашел ее, пришел к ней и говорит, вызови мне дух Самуила. Она говорит, нельзя. Царь подписал закон. Меня убьют. Нельзя. Он говорит, тебе ничего не будет. Она не знала, что это царь. Она говорит, нет, тебе ничего не будет, не переживай. И он говорит, я спрашиваю у Бога, я ищу его голос, я ищу его водительство, но Бог не отвечает мне никак. Вот где страшно, когда ты оставлен, когда ты в гордости своей, в надмении, в своей воле, думаешь, все будет хорошо, потому что Саул там просил у Самуила, почти меня перед людьми,
Подожди, Бог отступает от тебя. Почти меня перед людьми. Перед людьми выйди и дай мне честь. Почти меня. Самуил даже не ответил на это. Саул, какая глупость, какая гордость. Причем здесь люди. Посмотри на то, что происходит с тобой. И вот он стоит перед волшебницей там. И когда она ему говорит, он потом падает в ужасе, в страхе, потому что он слышит, что в этот день он умрет. Смотрите, что интересно. На следующий день, он выступает на битву, на битву с сыном своим. И он проигрывает в этой войне. И он лежит, истекая кровью, изранен, и где-то рядом лежит его сын Иоаннафан, который тоже умирает. И Саул пытается покончить жизнь самоубийством, потому что не хочет живым попасться в рабство врагам. И у него не получается как-то. И приходит какой-то парнишка, стоит возле него, и он говорит: «Убей меня, убей меня!» И этот парнишка убивает его. Но перед тем, как убить, он спрашивает: «А ты кто?» И вот здесь внимание. Он говорит: «Я амаликитянин». Что это означает? Бог сказал: «Уничтожь амаликитян». Саул сказал: «Не, я пожалею их. Боже, ты не понимаешь. Сверху, может, так не видно. Они хорошие». Он не уничтожил, не выполнил Слово Божие. И то, что он не уничтожил, убило его. Видите ли вы здесь духовный закон? Если ты не побеждаешь свою плоть, свой эгоизм, свою гордость, этот враг поднимется и убьет тебя. Итак, вернемся к Саулу. Саул выключил Самуила. Саул убрал из своей жизни также Иоаннафана. Иоаннафан был членом семьи. Когда Саул сел, Иоаннафан встал и отошел. И у меня прямое слово есть кому-то из вас. Вы удаляетесь от ваших близких, потому что внутри у вас есть что-то, что не позволяет вам быть близко с ними. У вас есть спрятанные вещи. У вас есть какая-то жизнь. И вы удаляетесь из семьи. Вы выключаете. Кто-то выключает своего мужа, кто-то выключает свою жену. Я говорю о благочестивых людях. Кто-то выключает, может быть, родителей своих, потому что родители говорят что-то, что тебе не нравится, и ты удаляешься от них. Есть великая опасность. Саул удалил также Иоаннафана из своей жизни. Этот круг поредел очень сильно, но приблизил Авенира. Авенир был человеком хитрым, лукавым, очень властолюбивым. Авенир за спиной Саула ковал планы против Саула. Авенир никогда не старался понять его сердце. Это была величайшая ошибка и глупость царя, что он приблизил такого человека к себе. И давайте вернемся к тому месту, где сказано, что место Давида оставалось пустым. Давид был человеком по сердцу Бога. Это был человек, который знал близко Господа. Он проводил дни, поклоняясь Ему. Он не был совершенным. Он делал тоже ошибки и грешил. Но жизнь Давида была пропитана страстью и желанием служить Богу, отдать Ему все, что есть у него. Он был человеком по сердцу Бога, обычным человеком. Но он был молитвенником, он был поклонником, он на первое место ставил Бога. И Саул удалил этого человека из своей жизни. Мой вопрос, скажи, пожалуйста, есть ли у тебя в жизни люди, которые молятся о тебе? Есть ли у тебя кто-то рядом в твоем кругу, приблизил ли ты кого-то, кто имеет страсть по Богу? Кто может сказать тебе: подожди, ты осуещен. Все, что ты делаешь только для себя. Как написано в Библии, все труды человека для рта его, душа его не насыщает. Вы знаете, иногда жены неправильно понимают свою роль. Я видел это. Они думают так, что если мой муж начинает грешить, там пить или там что-нибудь другое, или какие-то игры играть, в зависимость попадает, они прикрывают это, им неудобно сказать.
А потом, когда проблема уже настолько велика, что уже семья разваливается практически, у нее столько боли, вот эти невыполненные ожидания, обещания, мы же с тобой мечтали, мы же хотели, мы же то. Она приходит и бьет тревогу, пожалуйста, помогите нам. Жены, раньше, с самого начала, бейте тревогу Господу, на коленях. Пастору идите, говорите, подожди, настоящая любовь, это не то, что когда кто-то летит куда-то в сторону, в какую-то погибель или яму, а другой, чтобы ему не сказать ничего плохого, даже не говорит об этом. Это не любовь, это обман, это ненависть. Настоящая любовь, когда ты тормозишь, когда ты говоришь, подожди, что ты делаешь, это плохо закончится. Давай остановимся сейчас, пока это пламя не разгорелось, похоти, страсти, не знаю, чего там, еще каких-то вещей, греховных вещей, чтобы зависимости. Давай остановимся сейчас. Давай сразу остановимся. Друзья, хочу сказать, что в моей жизни мне очень сильно повезло. Я был молодым служителем в 92-м, 93-м году. Я жил в Новосибирске тогда. И я ощущал огромную потребность в зрелых мужах, которые бы говорили в мою жизнь. Я вырос в христианстве. Нетрудно мне было какую-то тему преподнести, подать. С 13 лет я проповедовал, был ответственный в церкви за молодежь. Но я понимал, что люди, которые приходят в церковь, они могут даже и не понять, и не отличить, потому что в духовном мире они младенцы. И ту пищу, которую я им дам, они просто примут и съедят. Знаете, мы котеночка взяли в наш дом, и мы кормим его хорошо, но мы поменяли рацион. И котенок ест. Потом мы еще поменяли рацион, подумали так, котенок ест. Мы хорошо кормим его, но можно поменять рацион. Можно сделать что-то, что нам кажется проще, легче, сократить. Некоторые говорят, пастор, слушай, вот вопрос послушания такой сложный вопрос, потому что кому я могу повиноваться? Кому я могу слушать? Сложный вопрос. Конечно, вам нравится, когда проповедь идет о Божьем благословении, о вере, о том, что Бог дает. А когда речь идет о том, что не удаляй из своего круга тех людей, которые говорят тебе прямо, духовных людей, приблизь их, позволь им говорить в твою жизнь и будь послушным голосу Божьему. Пастор, зачем? Вы знаете, во многих церквях сегодня люди меняют слово «грех» на ошибку. Почему? Неприятно слышать о грехах. Какое кому дело до чужих грехов? Давайте мягче скажем, давайте легче скажем. И вроде ничего не поменялось. Только молодежь сидит в своих гаджетах и не хотят идти в церковь. Почему? Я пойду в клуб. Я не вижу большой разницы между церковью и клубом. Потому что там хорошее настроение делают, тут хорошее настроение делают. Там они танцуют или славят, и мы тут также танцуем, славим. Тут я чуть больше отрываюсь. Там они обещают нам, что все хорошо, и тут они обещают, что все хорошо. Тут просто нету родителей, мне тут легче, поэтому я тут посвободнее себя чувствую. Я пойду в клуб. А они даже разницы не видят. Нет у них, значит, этой разницы не видят. Почему? Не компромисс ли это? Не должна ли церковь быть столбом и утверждением истины? Друзья, я выписал для себя три причины, которые я нашел, почему люди не хотят иметь мудрых советников вокруг себя, не окружают себя благочестивыми людьми. И я очень кратенько скажу об этом. Первое, они не видят в этом ценность. Для них, а зачем? Зачем? Что такое говорить в мою жизнь? Я сам за себя ответственный. Я помню, один мужчина подошел ко мне и говорит, пастор, мои руки приносят деньги. Я плачу за все свои счета. Я родил и вырастил сыновей и дочерей. Я за все ответственен. Если я заболею, кто будет платить? Я. И это правда. Потому что многие из нас в этой ответственности взваливают на себя все, что можно взвалить, и честно до конца своей жизни стараются исполнить все самым лучшим образом. И даже не догадывается, что есть Бог, который может дать здоровье, может отнять здоровье, может дать успех, а может и не дать успеха. И может как-то сделать так, что может быть по-другому. Бог как-то здесь, как-то в их внутреннем мирке
или мире внутреннем, как-то Бога здесь, ну, нету места, место пустое. Вот здесь, где Бог в виде какого-то человека богобоязненного, благочестивого. Они не видят в этом нужды. У меня много мест Писания, я несколько из них прочту. Написано, предприятие получает твердость через совещание. И по совещании веди войну твою. Еще одно место Писания. От высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость. То есть мудрость, когда ты советуешься. Вторая причина, которую я нахожу, это страх доверить себя кому-нибудь. Я думаю, что она одна из самых распространенных причин. Страх открыть свое сердце. И здесь очень часто люди могут привести в пример какой-то неудачный сезон своей жизни, когда они открывали свое сердце, когда они пытались, чтобы кто-то помог им, искали совет, но потом все пошло не так. Боль, раны, неуверенность. И потом твердый основательный вывод. Зачем кому-то открываться? Зачем кого-то приближать к себе? Знаете, есть такая способность у человека, если я выборочно, вот мне нужен совет, допустим, в сфере там кредитования, я обратился к профессионалу, они мне дали совет. Мне нужен совет в сфере медицины, мне дали совет. Я выборочно в своей жизни приближаю людей, слушаю тех, кого мне нужно сейчас, а сам управляю так, как я хочу своей жизнью и живу так, как я хочу. Есть опасность. Почему? Потому что на самом деле я могу пройти мимо всех этих советов и сделать так, как я хочу. И внутри мое своеволие и гордость, они поведут меня, как повели Саула. Там, где Бог попросил простое послушание, оказывается, это так трудно, просто так трудно. Я несколько минут хочу говорить тем людям, у которых был негативный опыт в этой области. Друзья, дьявол заинтересован в том, чтобы постоянно напоминать тебе о твоих болях и о твоих неудачах. Он хочет стыдить тебя, издеваться над тобою, но не Бог. Бог прощает, забывает и никогда не вспоминает. Написано в Библии о том, что Бог возьмет за хребет и бросит в пучину морскую все те грехи или ошибки, глупости, которые мы натворили. В Библии есть удивительный текст, который многих согревает в этой жизни. Те, которые имели большие мечты жить для Бога, служить, а потом как-то все пошло не так. Написано так, не радуйся ради меня, неприятельница моя. Хотя я упал, но встану. Хотя я во мраке, но Господь свет для меня. Слышите, дьявол радуется, когда мы внизу, когда мы в падении, когда у нас не получается, когда нам трудно, когда в нашем сезоне больше уныния, депрессии, и нет того внутреннего драйва, нет той мечты, которую Бог давал нам раньше. Мы куда-то это все потеряли в жизни, в трудностях, на поворотах жизни, где-то она исчезла, эта мечта. Друзья, есть ошибка, которое делается часто, я видел это, когда люди делают что-то не так, когда у них не получается, когда у них боль, когда у них какой-то грех или что-то еще, или целый сезон плохой, негативный. Они делают ошибку на ошибку, они после этого пытаются вернуться и заключают себя в тюрьму. Ты не должен быть в тюрьме, и твоя ошибка, твое падение или твой грех не должны оказаться тюрьмой, где бы ты был пожизненно заключен. Поэтому, друзья, хочу сказать о том, что мы с вами не являемся ошибкой. Мы не являемся грехом. Писание очень ясно говорит, что Он называет тебя возлюбленным сыном или дочерью своей. Он верит в тебя и в меня больше даже, чем иногда ты или я верю сам в себя. Мне очень нравится история с Петром, который сделал так много ошибок и таких конкретных ошибок. Помните, он предал Господа, он отсек ухо рабу первосвященника, он обманул там, что не знает Иисуса. И все это сделал просто в один день и потом убежал оттуда. И мне очень нравится, когда Иисус воскрес, он сказал, скажите всем, что я жду вас
в Галилее, жду учеников своих. И дальше сказал, скажите и Петру. Другими словами, я верю, что Иисус хотел, чтобы мы с вами знали, что Он верен тебе, и Он ценит тебя не по твоим ошибкам или достижениям, не потому, как низко ты упал или как высоко ты поднялся. Он ценит тебя по сердцу твоему. И Он хотел, чтобы все люди, все поколения знали, что Он верный также тем, кто не сделал этого, точно так же, как тем, кто сделал, кто ошибся, кто накосячил, кто сделал много конкретных глупостей. И мне очень нравится этот момент, потому что в день Пятидесятницы именно Петр говорил Слово Божие с великим дерзновением. И Иисус не отменил ту мечту, которую Он имел о Петре. Он Петру сказал, еще до этих ошибок, ты камень, на 7 камней я создам церковь, врата ада не одолеют ее. И после всех ошибок Он не сказал, Петр, нет, я это сделаю с другим человеком, я тебе больше не доверяю, ты столько накосячил. Он не поменял свои мечты о Петре. И Петр в действительности стал камнем. Он оценил это. Ты не ошибка. Господь никогда не определял свои отношения к тебе по твоим поступкам, по твоим ошибкам. Он всегда смотрел на сердце, на послушание, на открытость, на готовность смириться перед Ним. Враги часто ставят перед твоим лицом твои ошибки, но не Бог. И третий момент, который я вижу, почему люди не приближают к себе, в свой круг не берут духовных людей, которые как пророческий голос, иногда могут говорить прямо, иногда болезненно, но это очень исцеляюще. Третья причина – это нежелание меняться. Знаете, мы гостенеем, мы создаем свой мирок, и мы не хотим, чтобы этот мирок был разрушен. Мы просто стоим в этом мирке, и все, мы не хотим. И вдруг слово приходит какое-то, которое нарушает вообще мой естественный ход мыслей, которое должно от меня требовать что-то, изменить что-то. Мне не хочется, мне просто не хочется. Мне не хочется быть послушным вот в этом. Мне не хочется менять ничего. Мне не хочется какой-то зоны дискомфорта. Мне сейчас комфортно, мне хорошо. Мне не хочется каких-то новых переживаний, напряжений, новых людей. И люди говорят, нет, спасибо, нет, мы не хотим, мы уже состоялись, мы свой век доживем так. И по всей видимости доживают так. А помните Аврааму сколько было лет? 75, когда Бог вызвал его из его зоны комфорта. А Билли Грэм совсем недавно я читал о том, что в 96 лет он написал свою книгу, следующую книгу. Во сколько? В 96 лет. А самая величайшая книга пророческая в Библии написана была Иоанном, которому было от 80 до 90 лет. Бог говорит, я только собираюсь сейчас в твоей жизни сделать что-то самое важное, самое значимое. А ты говоришь, я не хочу меняться, я никого не подпущу к себе, я не хочу, мне хорошо так, я так доживу, пусть бы все так оставалось. Друзья, я не знаю, для кого я проповедую, но если это ты, то я хочу, чтобы ты сегодня просто взорвал что-то внутри себя. Я думаю, в юности, по крайней мере, у тебя, наверное, были такие моменты, когда ты говорил, все, я понял, я пойду, я изменю, я по-другому буду относиться, я не буду таким, все, я сделаю. И я хочу, чтобы сегодня был тот момент, когда ты скажешь, Господи, прости меня, если в моей жизни личной, вот в этом круге, который возле меня, осталось пустым место для пророка Божьего. В моей жизни нету пророка. В моей жизни нету духовного человека, как поклонника, как Давид, который говорил бы, да и от семьи я удалился. Господи, я хочу вернуться. Я хочу приблизить этих людей в свою судьбу снова. Говори со мной. Меняй меня. Я пойду за тобой дальше. Давайте встанем. Если это ты, и если ты знаешь, что это проповедь к тебе, и если ты знаешь, что Дух Божий сегодня как бы прочитывает тебя, потому что ты не хочешь меняться,
потому что ты закостенел в чем-то, потому что ты не видишь никакой нужды, чтобы кого-то подпустить близко к себе, потому что ты уже состоялся, и твоя зона комфорта тебе нравится, и ты не хочешь, чтобы что-то было изменено. Либо ты боишься, потому что у тебя был негативный опыт. Дух Божий говорит сегодня тебе, это время перемен. Помните, у Бога была вторая попытка к Саулу. Я не сравниваю вас с Саулом, но я хочу сказать, Бог будет пробовать еще, еще и еще. И это тот день, тот час, когда Господь стучит в твое сердце. Отец Небесный, мы просим Тебя, Дух Святой, касайся каждого человека, кому обращено это слово. Я прошу Тебя, Господь, прямо сейчас, те люди, Господь, которые удалили из своей жизни благочестивых людей, которые выключили голос Божий, и они не слушают, не слышат, у них нет водительства Духа Святого, которые приблизили к себе глупых людей, и в результате, Господь, их жизнь пошла в другую сторону, корыстных, лукавых людей. Господи, я молюсь, чтобы сейчас Ты говорил к их сердцу, и у них было решение. Во имя Иисуса я прошу Тебя, Дух Святой, покажи, что им нужно сделать. Покажи, как им нужно вернуть снова голос пророческий в свою жизнь. Вернуть, Господь, снова, Иисус, тех людей, которые могли бы говорить к их сердцу. Господи, я молюсь о том, чтобы семьи соединялись. Боже, если они были разлучены из-за гордости, эгоизма и одиночества, просто каждый в одиночестве жил в семье, это было название семьи, но не было единства. Господи, я молюсь о том, чтобы сейчас, во время этой молитвы, Боже, мы приняли это решение, мы будем делать все, чтобы соединяться, чтобы в нашем узком кругу, кругу тех людей, кого мы приблизили, были святые люди. Не глупые, не корыстные, не лукавые, не те, которые используют нас, но благочестивые люди, люди Божьи, люди, которые знают Господа. Боже, я молюсь о том, чтобы Ты коснулся каждого человека. Боже, а те люди, которые где-то внутри изранены, изранены опытом неправильным, когда с ними неправильно поступали. Или своими грехами, глупостями, ошибками. Отец, я прошу Тебя, Дух Святой, скажи им, что Ты любишь их. Скажи им, что Ты держишь их на своих руках. И дай им, Господь, поднять свою голову, не жить прошлым, но смотреть в будущее. Потому что те мечты, которые есть у Тебя, Ты не меняешь, Господь. Ты хочешь дальше работать с нами. Я поклоняюсь Тебе. Я благодарю Тебя. Я возвеличиваю Твое имя, Отец. Я молюсь о том, чтобы Ты касался каждого человека. Господи, дай, чтобы в нашем кругу близких людей были святые, благочестивые люди. Была молитва, было поклонение, Господь. Был Твой голос. Мы хотим слышать Твой голос, Господи. Научи нас послушанию. Научи нас, Господи, чтобы мы были послушны Тебе. Прошу Тебя и благодарю Тебя. Во имя Иисуса. И весь народ да скажет: Аминь. Давайте воздадим нашему Богу.